Ассаламу алейкум, уважаемые жители Ногайского района. Я, Кунчага Марат Изгулаевич, являюсь кандидатом в депутаты Народного собрания Республики Дагестан, выдвинутой политической партией «Справедливая Россия за правду». Цель нашей команды – быть с народом, оказывать должную и качественную помощь населению. Одним из насыщенных проблем района является отсутствие газоснабжения в таких крупных населенных пунктах, как Кумбатар и Буранчи, слабая дорожная инфраструктура. В некоторых селах района никогда нет и не было асфальта, а в дождливую и снежную погоду невозможно въехать и выехать туда. В большинстве населенных пунктов нет детских игровых площадок, а об качественных футбольных стадионах приходится только мечтать. Нет должного внимания работникам культуры, а ведь они поднимают уровень района на различных республиканских и федеральных мероприятиях. Проблемы обращаются в кабинеты различных министерств и ведомств, но порой даже их не поднимали. А все из-за того, что не было той цепочки, которая могла бы организовать им встречи, ходатайствовать, добиваться законных прав граждан. Цель нашей команды – быть той цепочкой, которая могла бы связывать народ с центром, той цепи, которая будет единой с народом. Нас неоднократно спрашивают, почему нет встреч, предвыборных обещаний. Но наша команда идет по иному пути. Если вы поддержите нас на предстоящих выборах, то мы каждый год будем отчитываться. Мы не будем обещалками на годы вперед. Мы будем делать и отчитываться только о том, чего добились мы. Елде, тилде, динде, бирлик.